начала Нового года прошло всего 2 месяца, а Саровская городская организация ветеранов уже успела сделать немало важных дел. Самое главное направление, в котором работали члены организации – сбор гуманитарной помощи для участников зоны СВО и жителей новых регионов России. Люди закупали продукты, подарки, предметы первой необходимости. Члены городской организации ветеранов, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов всегда активно участвуют в общественной жизни Сарова и не проходят мимо тех, кому нужна помощь. Мы в этом году очень серьезное внимание уделим именно направлению военно-патриотического воспитания. Работа в школах, работа в учебных заведениях высшего, среднего класса. Поэтому и патриотизм он должен сегодня выходить на новый уровень. Совместные праздники, награждения и чествование активистов стали доброй традицией для городской организации ветеранов. Такие даты, как 23 февраля и 8 марта, участники также не обошли стороной. В Доме молодежи мужчин и женщин поздравили представители ядерного центра, городской администрации, депутаты городской думы. Вы сохраняете и приумножаете культурное наследие не только нашего города, но и региона и даже в целом всей нашей страны. Я хотел бы сказать вам слова благодарности за вашу активную жизненную позицию и надеюсь, что с течением времени взаимодействие между нашими организациями будет только укрепляться. За высокие личные результаты в общественной деятельности и ветеранском движении, значительный вклад в общественную жизнь Сарова и многолетнюю активную работу ветераны получили благодарственные письма от ядерного центра, администрации и городской думы. После торжественной части пожилые люди собрались за праздничным столом и просмотром концерта виртуального концертного зала. Женщин с наступающим праздником, а мужчин с прошедшим праздником 23 февраля. Желаем всем здоровья, душевного тепла. Ну, а награжденных особо поздравляем с наградами. Пусть в жизни будет все, что надо, чем жизнь бывает хороша. Любовь, надежда, счастье, радость и вечно юная душа. Поздравляю самых-самых милых наших женщин, как говорит слабый пол, от всех наших военных пенсионеров. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия. Крепкого здоровья и быть самыми-самыми красивыми на белом свете. Наши дорогие женщины Сарова – самые хорошие, самые красивые, самые любимые. С праздником вас! Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.